Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 7 октября. Память святых мучеников Иулиана и Кесария. Царство неримского императора Клавдия, убившего свою мать, тайную христианку, и с тех пор не щадившего христиан, принадлежавшего Римской империи города Таракинии, пришел некто диакон Кесарии, увидев приносимые идолам жертвы. Он плюнул на идолов и сокрушил их. За это он был заключен в темницу, где пробыл 3 дня, томимый голодом. Затем ему связали назад руки, и воины повлекли его перед колесницей градоначальника к храму Аполлонову. Когда они приближались к храму, святой помолился, и тотчас храм рушился до основания и подавил жрецов и всех бывших в нем. Видя это, Ипатик, этим именем назывались лица, состоящие на службе у ипатов или царских наместников, Леонтий пал перед святым на колено и уверовал во Христа. Христианский пресвитер Иулиан всенародно крестил его и причастил святых тайн, и тотчас по молитве святого Леонтий испустил дух. Правитель города Лаксорий, увидев это, повелел зашить святых в мешки и бросить в море. Тогда святые сказали ему: «Мы будем брошены в море, но и ты будешь умерщвлен свирепым змеем и погибнешь лютой смертью». Через 2 дня после этого, когда Лаксорий ходил по прибрежному песку, громадный змей обвился кругом его и сокрушил ему все члены. Лаксорий тут же испустил дух и весь раздувшись лежал, представляя собой страшное зрелище для всех проходивших. Между тем тела святых силой Божией вынесены были волнами на берег. Христиане с честью приняв их погребли близ города. Но сын Ипатика Леонтия отсек у них честные головы и бросил в реку. Тогда пресвитер города Капуи, Кварт, наставленный ангелом Божиим, взял мощи святых и положил их в особом месте во славу Божию. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.